Ребят, всем доброе утро. В общем, не выспалась. А видео я начала с вставочки, как проходила ночка, с каким шумом. Напротив нас дом, и практически напротив даже окна. Там проходил день рождения. Ну, здесь нет шумоизоляции в окнах. Это просто... У меня еще дико разболелась голова вечером. После такого бум-бум-бум-бум и криков это просто было невыносимо. Блин. Я даже кофе сейчас буду пить в постели, потому что я не могу встать. Сейчас 6 утра. Не знаю, сегодня вообще в планах было там съездить в Тель-Авив, в одно местечко, с сестрой мужа и с его мамой. Ну, не знаю, это было запланировано еще в начале недели. Я постараюсь как можно раньше освободиться, чтобы вернуться домой, переодеться с работы. Поэтому и выехать хочу пораньше немного. Так, ребят, собралась я на выход. Сейчас должна сестра подъехать забрать. И оно вообще такое здание огромнейшее. Тель-Авив Fashion Mall. Не, мы здесь не были. Да, здесь небоскреб. Заблудиться можно. Тель-Авив. Либо она ведет уже в туда, ну, в старый Тель-Авив. Я вообще не знаю. Он не установлен. У нас есть такие приказы Бёрд и желтые. Вот синематек. Я просто тоже устанавливаю, уже лишь не есть. Там только с этим, с правами. Ну-ка, девочки, давайте сфоткаемся. Ага. Давайте, девочки, у тебя. Итак, мы пришли на документальный фильм. Why? Потом некогда будет. Аня, нам что-то давали, какие-то талончики, я не знаю. Их нужно взять. Можно взять что-то покушать и попить. Давай талончики вон, наверное, какие-то надо. Понять, где это. Возьмите, пока что-то попить. Попить, а где попить? Вот, наверное. Угу, только я ее не вижу. Смотри, бурекосы, овощи. Кто на диете? Кто хочет овощи? Здесь? Мама мне выдала. Нет, мне надо. Аня, ты взяла билеты? Они сказали, что я подошла к этому дяде, он говорил, вам нужен билет, если у меня есть электронные. Так, ждем сеанс. Вот тут такие угощения всякие. Бурекосы на иврите, соки, кофе, чай, вода. Сколько людей?
Пытаюсь увидеть здесь, на каком мы этаже. Наверное, ноль. Не, минус один написано. А, пока! Она вниз уже, да? Не, вроде вверх. Или нет? Мы сейчас проедем по всем. Ага, вон они внизу. Белые. Так, ребят, ждем начала фильма, посмотрим, что да как. Сейчас я заблужусь. Как обычно, все такое красное, ну камера. Ой, ну конечно, я не туда. Итак, мы заходим в зал на документальный фильм, который называется «Стереть тоску». Я никогда не думала, что меня настолько впечатлит и тронет документальный фильм про обычную семью, просто внук в этой семье, он режиссер, и в конце этого фильма он выйдет к нам для беседы. Безумно интересно. Для того, чтобы и люди, которые смотрят, поняли, что... Все три разного цвета лилии. А, и вон еще. Желтая, розовая. Я думаю, знаешь почему? Потому что вот если сильно, ты можешь раскрепоститься, да, быть самим собой. Ты себя ощущаешь настоящим. Теперь как-то свежо. Смотрите, флаги везде. Где вы попали, Аня? Флаги везде, Аня. Где мы? Смотри, они все с флагами. Ты куда нацелила? Смотри, какие здесь прикольные деревянные. Шахматы. Да? Это ярмарка. Ярмарка. Везде на ярмарку я попадаю. Какие прикольные часы. А это серебро. Уже крестики какие-то. Да. Серебро. Еще радужная манечка. Бабушка. Главное, меня не потеряйте, что я такая могу. Подсвечник. Я, знаешь, иногда я люблю что-то. Что-то люблю. А вот, глянь, какая красотень. Глянь, велосипед. Смотри, такой где-то поставили, знаешь, для декорации. А вот какая-то штука, как у моего деда была. Вот прикольная. Что это карета? Да. И башня Гинди видно. Вот этот Эльвин Гинди Тауэр называется. А вон она уже пошла. Дама из Амстердама. А, глянь. Что это за штука? Old Blues. А, для салфеток. Оно с Иерусалимом прикольное. И шалом прикольная. С этим вешалка. Короче, барахолка. Это барахолка. Ну, это как у нас на Мидрихов. И каждую пятницу. Как на центральном рынке, помнишь? В этом, в Харькове. Есть, была барахолка. Да, птичий рынок, да? Представляешь, да, так?
выявить. Все свое из дома старинные вещи вытащили. Света, это не шопу? Не, вот этот. Да? Не, этот больше похож. Больше лапы. А у нас вот такой. А вот колье. Нет, это большой. А вот, Ань. Да, это для кофе. Я не могу ответить, похоже, я на базаре скучаю. На барахолку в этом, на центральной линии. Где вы кандидаты? Брошки. Да. Ну это у нас такая на Мидрихов, только чуть-чуть поменьше габаритами. Один в один, все такое. Да, у нас так более избрано. Здесь все подряд. Да. Тут больше разнообразия, конечно. Ты что, а что? Ключи дайте. А попроси мужчину. Железяка. Попроси его, он по-любому мамин откроет. Ключом. А, мамин ключ. Да. Давай. А, вот есть ключ специальный? Оно просто, видишь, деревянное, оно мягкое. Контент. Контент. Я думала, ты откроешь как-то... Ключ твой повредится, ты меня потом... Или горлышко. Лайфхак, давай снимай. Вот так, ты да, снимаешь? Мы снимали, вот так. Какая ломается стол. А вот, смотрите, нет, вон еще... Железяга нужна. Сейчас тебе человек с Харькова еще один. Давай. Сейчас хопа и горлышко нет. Класс, да? Вообще жжет у тебя. Только поопытнее, Аня, поопытнее. Мама поопытнее. Внутри я тебе покажу. Они обстроили их вокруг. Небоскребами. А это вот старые, да? Старые сохранили. Сейчас ты видишь, там целый такой райончик прикольный. Внутри. Старые деревья, вообще там есть тут. Спрашивал, что можно. Сарона, бывшая тамплиерская колония в Палестине, ныне район Тель-Авива. Дата основания 1871 год. Вот это вот старый дом? Да. Сарона расположена в самом сердце Тель-Авива и является одним из наиболее стремительно развивающихся его кварталов. Это правительственный квартал. Да. Вот это дом, вот тут дом. Смотри, вертолетная площадка вон. Башня. Мы зашли вот отсюда и прошли вот так. Ну сейчас где-то. А, нет, мы прошли вот так. Вот здесь. Видишь, оно такое? Оно большое, это поселение Сарона. Мы сейчас вот сюда к фикусу сходим, а потом пойдем сюда. Один раз. Ой. Ну, вот так еще можно ходить. Зимой в Израиле. Малые босиком. Нормально. А
А вон, смотри, флаг Украины. Вот, я, вот кстати, сейчас мама говорит, слышишь, твоя. Вот я бы тоже, потому что я бы просто встречала. Мне даже не надо. Мне не обязательно живет на квартире. Да, я бы не хотела. Вот он просто не делает, ему надо. Это фикус. Именно фикус, такой, как у нас в горшке да. дома. Только не, ну это очень, да. 300. Это точно. А там, наверное, написано. Не? Да, наверное. Мы прям туда пойдем? Мы подойдем к ним. Не меньше. Это такой, как у нас в горшке. Смотрите, оливки, оливки. Какие у него вообще такое, как у нас. Это вот такой. Да, нагуляюсь сегодня целый день. Как ушла утром на работу, только переоделась. То есть они в каждом домике, да, пооткрывали? Вообще. Ну что-то они такое снимают. А, как мы только что возле фикуса. Угу. Давайте я вас фотографирую. А ну вот так я смотрю. Так типа шипулочка. Тель-Авив, здесь можно увидеть все. ЛГБТ, я просто не хочу. Но оно ж не здесь. Блин, оно закрыто, не? Все. Что, закрыто? Нет, мы просто там пошли. Нет. В ту сторону открываем. Здесь? Ага. Короче, такие. Ой, все уходят, мы заходим. Нет сил. Интимная. Слушай, не рассмотришь ничего. Прогулялись по рынку. Сука, блин. Давай что сделаем этот фудпорн. Вот так фудпорн называется. Было еще одна женщина под руководством. Голубика. А что оно течет там? Голубичное, да, такое. Там как джем, наверное. Джем. Теперь смотри, что я буду делать. Ага. Она хочет его принести куда-то. Там сейчас ребенок будет. Ребенку теперь... Окей. Смотри, теперь вот так.
Кукоголь. Добавили Бейлис. Все. Мешай. Идем. По-любому. Деду поставлю сюда, маму поставлю сюда, я сяду здесь. То есть ты крутишь педали, да? Короче, в Тель-Авив приехать можно, а уехать... Ну, зобра, смотри, какой прикольный. Да, я его уже... Азиатский, бар, вообще, ну, там. Маршрутка есть? Маршрутка такой. Видела? Скелет. Ну что ж, ребята, такое у нас было приключение. На этом я буду заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока, до завтра. А мы едем домой. Все друзей, и тогда.